Добрый день, меня зовут Руслан Гущин, я ведущий телепрограммы «Южные горизонты» из Шушинского. Наш проект называется «Улочки». Его тема – жизнь наших земляков, наших соседей. Мы и раньше делали сюжеты о шушинцах, знаменитых и не очень. Этот проект отличается тем, что мы хотим соединить целый ряд историй, привязав их к одной из улиц. Ведь каждая улочка, каждый микрорайон связывают людей, живущих в разных домах и квартирах, в какую-то общность. Жизнь улицы – это жизнь людей, живущих на ней. Вот эта улица носит имя нашего земляка. Каким он был? Почему в честь его назвали эту улицу? В этом доме живет баба Маша. У нее все берут рассаду на помидоры. А в этом доме живет художник. Как дела у Акрама? Ему все сочувствуют. Он не может дозвониться до родственников в Сирии. А вот на этом месте стоял штаб, или форпост, так его называли наши родители, которые с ностальгией вспоминают свое пионерское детство. Как играли в футбол, улица на улицу, двор на двор. И хотят поделиться своими воспоминаниями, в первую очередь, о своих друзьях, о том, как сложилась их судьба. Мы уже знаем, что это очень интересные жизненные истории. Если их сложить вместе, мы и сами удивимся, как много замечательных людей в провинции, как они интересно живут. Мы хотим сломать стереотип, что шушинская вечная ссылка. Надеемся, что истории с улочек Шушинского нам будут рассказывать сами жители. Ведь всегда интересно смотреть про себя, любимых.